Всем огромный привет! Я рада приветствовать вас на своей кухне. Сегодня будем с вами делать очень вкусный, очень бюджетный и достаточно полезный салатик, который, кстати, можно даже поставить на новогодний стол. Давайте не забывать о том, что все-таки некоторые люди на бюджете. И ни в коем случае не хочу сказать, что этот салат бюджетный, невкусный и так далее. Нет, я его очень люблю, также моя семья очень его любит. Вот, поэтому давайте скорее приступать. Самые простейшие ингредиенты. Тертая свекла, зубчик чеснока, орехи. У меня здесь грецкие и кедровые орешки. Кедровые орешки я немного подержала на раскаленной сковороде, чтобы они дали аромат и масло. Также у меня здесь альметте, это творожный сыр, и нам понадобится соль. Все, вместо альметте вы можете использовать спокойно майонез со сметаной. Если нет, также альметте, можете добавить свой штрих и добавить в этот салат рикотты. Здесь уже фантазируйте, как хотите. Орешки можно использовать, в принципе, любые, но лучше, чтобы все равно в них были грецкие орехи, потому что они попикантнее. Ну что, приступим. У меня здесь мини-вариант, потому что это я делаю специально для вас. Такая проба. Ну что, берем чеснок. Я его раздавила в чеснокодавке. Так. Дальше берем часть орешков. Оставим немножко для украшения. Дальше солим все это дело. Смотря что вы выберете, творожный сыр достаточно соленый, поэтому соли я добавляю немного. Беру другую вилку. Так. Вообще такие салаты я предпочитаю перемешивать именно вилками, чтобы, ну, знаете, они как-то поживее выглядели. Свеклу я не отжимала, то есть сок есть. Для чего он нам нужен? Творожный сыр достаточно густой. И чтобы просто было, знаете, легче размешать наш салат. Ну вот так, где-то 2 столовые ложки я добавила. И сейчас мы это все тщательно перемешиваем. Я все тщательно перемешала. Кстати, если вы любитель салатиков со сластинкой, вы можете добавить чернослив. Вот. Все, сейчас сверху посыпаю оставшимися орешками вот так. Немножко вилочкой сейчас их распределю, чтобы было покрасивее. Можно также добавить, конечно, сверху зелени, петрушки, укропа, что вы любите, чтобы выглядело более празднично. Все, наш салат готов. Спасибо, что были со мной. Пишите комментарии, делитесь своими рецептами. Кто знает, может, я их попробую. Даже попробую на камеру. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, если вам это видео понравилось. И всем пока!